До начала торжественного шествия полчаса. Одни выстраиваются в колонны, поднимают растяжки, завершают последние приготовления перед стартом. Другие с радостью и волнением жмут друг другу руки, по-дружески обнимаются. Это ветераны. Из-за возраста они не так часто встречаются. В основном на таких праздниках. В каждом городе сегодня Белоруссии и в каждом районе, и в каждом населенном пункте делается что-то, чтобы почтить ветеранов, участников войны, которые, не щадя своей жизни, многие погибли, дали нам возможность вот так собираться, веселиться, радоваться солнцу, погоде, своим детям, внукам и всем людям. Пожалуй, именно это и есть самое ценное, когда можно жить и наслаждаться самыми простыми и одновременно важными вещами. О бесценности мира и радости свободной жизни не устают напоминать ветераны. Их боль от воспоминаний о военных ужасах утихает, но не исчезает. День освобождения. Я бы хотел поздравить всех белорусов с этим днем, Днем Победы над врагами нашей Родины. И пожелать здоровья, счастья, удачи и всего самого наилучшего. Это был особый день и для тех, кто после войны поднимал город из руин, отстраивал, не жалея ни времени, ни здоровья. Гомель не узнать. В свое время, где-то в конце 40-х лет, вот, мы, комсомольцы, работая на Сельмаше, работали. Вот, ну как? Еще пацан был, но уже работали. Отработаем смену. После работы нас везут на развалины, где делали расчистку, уборку города. И сейчас, как говорится, друг нашего БРСМ, они меня приглашают на конференции, вот, на совещание. Я горжусь, что у нас есть смена. То же самое, БРСМ. Так совпало, что буквально через минуту наша съемочная группа встретила первого секретаря Гомельского областного комитета БРСМ Игоря Завалея вместе с сыном Максимом. Отец не просто привел мальчика на праздник, а объяснил, по какому поводу здесь собралось столько тысяч человек. Что такое День независимости? Почему он празднуется? И вот даже вот этим разговором сегодняшним он сегодня очень много узнал. Того, чего, например, в следующем году уже спросит: «Папа, мы пойдем на парад?» Минута в минуту начинается шествие. 20 тысяч человек под звуки оркестра движутся по улице Советской. Ветераны, молодежь, представители власти и трудовых коллективов. Такие масштабные мероприятия всегда завораживают. В этом чувствуется настоящая сила единения. Колонна подходит к площади Труда. Здесь традиционный торжественный митинг, церемония возложения цветов и венков к братской могиле советских воинов и подпольщиков. Но сначала небольшой экскурс в далекое военное прошлое. Во время Великой Отечественной войны более 200 белорусских городов было разрушено, уничтожено свыше 9 тысяч деревень. Примерно 1 300 000 белорусов сражались на фронте. Около 300 тысяч потом наградили орденами и медалями. Звания Героя Советского Союза были удостоены 400 человек. Из них 120 – жители Гомельщины. Самое главное, чтобы, конечно, никогда не было войны. И пусть молодежь, которая сейчас учится в школах, в институтах или университетах, вот, пусть она добивается своего, пусть принимают все знания, которые только им дают преподаватели, чтобы их использовать в дальнейшей жизни на благо нашей замечательной родины Беларуси. Далее основные праздничные мероприятия продолжились на площади Ленина. 3 июля 1944 года во время операции «Багратион» был освобожден Минск. Сама операция началась 23 июня. 27 июня кольцо окружения сомкнулось вокруг Бобруйска, 29-го вокруг Могилева. Также были окружены части вокруг Минска. Это был внушительный реванш событий 1941 года. Тогда фашисты, попавшие в окружение, не получили должной поддержки. В историю вошла радиограмма, отправленная из 49-й армии в собственный тыл. «Сбросьте с самолета хотя бы карты местности, или вы уже списали нас?» Ответа не было, и вскоре противники сдались. В результате уже 28 июля Красная армия заняла Брест и завершила освобождение Беларуси. С
сложно перечислить все мероприятия, которые подготовили организаторы для тех, кто чтит эти великие праздники – День независимости и 75-летие освобождения Беларуси. Но каждая из них с обязательным напоминанием о войне. Парад военной техники, песни тех лет, выставка вооружения. Главное, пожалуй, атмосфера, которая в этот день царила на каждой праздничной площадке. Яркой финальной точкой мероприятия стала акция «Споем гимн вместе». Присоединиться к хору смогли все гомельчане и гости города на праздничных площадках. День независимости объединил всех, кто ценит славную историю своего отечества и верит в его будущее. Этот праздник – воплощение героизма, стойкости, мужества и величия духа нашего народа. Символ единства, благополучия и процветания белорусского государства. Марина Джалая, Валерий Гопанько. Новости недели.